Под нашими роликами про гортензии нам часто задают вопросы, какие самые популярные сорта можно выращивать в средней полосе. И с этим вопросом мы обратились к нашему эксперту. Смотрите это видео, и вы узнаете топ-10 самых популярных сортов гортензии, которые можно выращивать в средней полосе. Всем привет! Сегодня мы собрали для вас подборку самых лучших гортензий. Это 10 самых новых, самых красивых гортензий, которые прекрасно зимуют в средней полосе России, а некоторые выдерживают даже до минус 35. Все гортензии любят в основном либо легкую притененность, либо полутень, но некоторые из них могут расти и на ярком солнечном свету. Почва гортензиям подходит слабокислая, либо кислая, от этого может изменяться их окраска, но всегда влажную, хорошо дренированную. Также они любят почву, богатую гумусом. На 10-м месте у нас сегодня древовидная гортензия Sweet Annabelle. Она достигает высоты до 1,5 метров. Цветки бесплодные, в начале красно-розового цвета, а в полном распуске выглядят светлее. Цветет она обильно, красивыми большими розовыми шапками с июня по сентябрь. Чуть выше нее на 9-м месте Pink Annabelle. Ее высота 90-120 сантиметров. В начале цветения верхняя сторона лепестков бледно-розовая, а нижняя темно-розовая. Этот цветовой эффект затем постепенно исчезает, и соцветие приобретает светлые или более темные оттенки розового. Она замечательна тем, что побеги у нее более жесткие, более плотные, и они не прогибаются даже во время проливного дождя под этими огромными шапками. Также в ее соцветии 4 раза больше цветков, чем в сорте Annabelle. На 8-м месте располагается метельчатая гортензия Vanilla Fries. Достигает высоты 1,20–1,5 метра. Цветки в ширококонических соцветиях до 30 сантиметров. Снежно-розовые. При наступлении холодных ночей в августе постепенно окрашивается в малиновый цвет, начиная с основания соцветий. У нее самый насыщенный розовый цвет среди всех метельчатых гортензий за последнее время, и она самая популярная в продаже. 7-е место занимает также метельчатая гортензия Magical Mont Blanc. Чисто белые в нижней части соцветия, зеленые в верхней. Все побеги ее одной длины, цветки крупные и стерильные. Интересна она тем, что белоснежные стерильные крупные цветки располагаются на побегах одной длины. 6-е место заслуживает также метельчатая гортензия Sunday Fries. Она достигает небольшой высоты, 1–1,20 метра. Ее цветки зеленоватого и белого цвета становятся розовыми, цвета клубничное мороженое в августе. Это новинка. Сорт по-русски называется клубничный пломбир. И он выведен во Франции в питомнике Жанна Рено. На 5-м месте заслуженная метельчатая гортензия Fries Melba. Она достигает высоты 1,5 метров. Цветки снежно-розовые, а при наступлении холодных ночей в августе постепенно окрашиваются в ярко-малиновый цвет, начиная с основания соцветий. Отличается она от Vanilla Fries, например, более ярким контрастом между белым и красным, и этот контраст сохраняется до самой глубокой осени. На 4-е место врывается опять древовидная гортензия Ruby Annabelle. Это очень компактный сорт, высотой всего 60-90 сантиметров. Бутоны у нее темно-красные, внешняя сторона лепестков красно-розового цвета, а внутренняя сначала с бордовым оттенком, но со временем переходит в розово-серебристый. Она ценится прежде всего за то, что среди всех древовидных гортензий она самого яркого насыщенного цвета и цветет с начала июня и до самых заморозков. Тройку лидеров открывает метельчатая гортензия Самарская Лидия. К сожалению, у меня она только набивает бутоны. Это новинка 2018 года. И ценится она прежде всего не только за свою красоту, но и за то, что она очень компактная и хорошо подходит для выращивания в контейнерах. Это тоже компактный сорт, 110-130 сантиметров в высоту. Цветки ее вначале белые, затем быстро окрашиваются в ярко-красный цвет на солнечном месте и менее интенсивно в полутенистом месте. Он очень хорошо подходит для выращивания в контейнерах. На 2-м месте также метельчатая гортензия «Жемчужина фестиваля». Это новинка 2018 года. Она
была выведена во Франции и названа в честь московского фестиваля цветов Moscow Flower Show. Она достигает высоты до 150 сантиметров. В начале цветения цветки сливочно-белые с легким оттенком цвета лайма, затем ослепительно-белые с зеленовато-розовой каймой, а к концу соцветие становится ярко-розового цвета. На последнем аккорде появляется светло-кофейная эффектная окраска. Ну и на первом месте заслуженно метельчатая гортензия Pastel Green. Ее высота примерно 1,20 м. За лето она успевает сменить окраску несколько раз. С белого на кремовый, дальше фисташковый, до лососевых, розовых и винных оттенков. Она выведена относительно недавно, запатентована в 2016 году. И ценится прежде всего за то, что цвет ее соцветий, вот этих лепесточков, он очень интересно меняется в течение всего сезона. Вот такой у нас получился топ-10. Если у вас есть свой рейтинг и вы какие-то гортензии любите больше, пишите нам обязательно в комментариях об этом. Если вам понравился какой-то сорт и вы хотите, чтобы мы сняли по нему отдельный ролик с полным описанием, также пишите об этом в комментариях, мы обязательно для вас его снимем. Если остались какие-то вопросы, задавайте их. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!